На творческой ниве коллектив Брестской областной филармонии Кресева находится более двух десятков лет. За это время на концертах ансамбля побывала не одна тысяча ценителей настоящей живой музыки, которая в исполнении артистов сливается в унисон со звучанием сердца и музыкой человеческой души. Опыт работы 26 лет, и, конечно же, за это время коллектив, мне сложно сейчас сказать, сколько программ он осуществил. Это очень много программ. Во-первых, начинал свою творческую деятельность коллектив с изучения народного творчества Брестской области, где не только прекрасные мелодии, но еще и своеобразный самобытный язык, который и по сегодняшний день существует в деревнях Кобринщины, Столина, Пинска и так далее. Музыкальная палитра этого вечера смогла приятно порадовать как искушенного слушателя, так и просто любителя хорошей качественной музыки и исполнения. Программа праздника была разноплановой и подбиралась на протяжении долгого времени. У коллектива Кресева очень разнообразные программы. Это программы, посвященные народному творчеству, и программы с русскими романсами, с песнями, опять же таки, прошлых лет. Но в данном случае программа выбрана, она осуществлена вместе с камерным оркестром и дирижером Вячеславом Прилепиным. И выбрали именно такую праздничную программу, где, я так полагаю, каждая женщина услышит о себе. В преддверии Международного женского дня в адрес самых красивых, мудрых, нежных брестчанок звучали слова поздравлений и пожеланий. В этот вечер все посвящалось им, дамам, тем, кто привносит в мир красоту, тем, кто делает жизнь ярче и интереснее. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Буктв».